общем, в магазине «Печеный мир» выставлена линейка полнотелого кирпича строительного. И также есть полнотелый кирпич печеный. Есть у нас производители Улан-Удэ, есть производители Иркутск, есть производители Челябинск, есть Витебский, есть Кирово-Чепецкий. Есть у нас улан-удэнский кирпич, у него геометрия не очень, есть пирожок внутри, это для печи, оно не есть хорошо, потому что пирожок, он мало дает тепла и плохо вся его вбирает, чтобы отдавать как аккумулятор, он не очень хороший кирпич. Также есть у нас иркутский. Иркутский керамический кирпич, есть однородность, но внутри есть тоже пережог, процентов, наверное, где-то 80. Угу. У него тоже геометрия хромает, ну и рифленость. Также есть у нас кема, челябинский кирпич. Геометрия хорошая. Также есть заводские фасочки. В принципе, хороший кирпич, его можно сделать также под лак или под покраску. Оставить таким же кирпичом, не надо ни штукатурить, ни красить, ни там не облицовывать. Также есть у нас кирпич витебский, это можно сказать хит продаж по всей, не только в Иркутске, там по всей России. У него марка тоже идет 200-я, он однородный кирпич, хорошо пилится, можно выпилить там всякие фигуры, не фигуры. Ну, можно сделать, если задастся, то можно сделать очень-очень хорошую и красивую печку. Много кто печников работает с ним и в дальнейшем продолжает работать. Также у нас есть премиум класса, можно сказать, кирпич. Это Кирово-Чепецкий. У него цвета есть красный, бежевый, коричневый, камелот, терракот. Не то, что это как обыденная, там получается красный, и все, больше никаких цветов нет. Здесь цветов 4 вида представлены. Но у него марка 300. И если брать его на печь, то ему надо делать шамотное ядро внутри, потому что он огня побаивается. Также есть у нас еще и фигуры цехообрабатывающие, которые делают любую фигуру, которую мы можем предоставить клиенту. Ну и также есть у нас пустотелый кирпич. Угу. Пустотелый кирпич, это у нас есть брянский, новомосковский, есть иркутский, кирово-чепецкий. Ну, это больше идет у нас как бы для строительства домов, заборов, но кто-то делает и барбекюшки, кто-то и облицовывает тоже камины. В основном много кто берет тоже на банный печь. Также есть у нас шамотный кирпич. Это ШБ-5, ШБ-8. Ну и линейка очень большая. Линейка очень большая. Любой кирпич можно приехать к нам выбрать. И мы вам подскажем, поможем и объясним, как это все сделать и как это все правильно сделать. Здесь как бы все грамотные и грамотные менеджеры и профессиональные печники, которые могут вам подсказать и все сделать.